Нет, А, по-моему. сказка, это сказка, блин. Охуеть, типа, что ты там замутил, ну-ка. 2:43. У него еще руки с этой СМП-5. А хосты что, сколько хосты? А было сколько? Ну, косарь заебись, косарь заебись. Ну, короче, типа, на сове это сколько? 102 стата, типа, 42 плюс 60 с этих сокетов. Да ебать. На самом деле углю еще недалеко, бля, не бисовый, типа, хэпал. И типа он 102 интеллекта. А ты серьезно? Меняет, ну, понятно, на 150 хосты и прожимка. Нет, СПД. Нормально, типа, СПД. Ну, он теперь точно подольше протусуется на это. Он не ну, ему, типа, надо плащ, груда, запы. От этой хуйни, понимаешь, зависит, вот сколько клятва будет резать. Она будет духуище резать. От Кто? От интеллекта. Ну, это клятва святая. А-а-а. Да понятно. Да клятву он не нажимает обычно. В смысле, ну, он типа, нажимает? Там, где гига этот. Ну да, ему по идее надо типа карты, и он может под это. Да, клятву не нажимаю очень часто, только по сути из одной хуйни, что количество восполняемого здоровья уменьшается на 50%. Да, это все понятно. Сколько у тебя сейчас СПД? Ну, типа в рейде. Это понятно, блять, что оно уменьшается, но это не значит, что ее вообще не надо нажимать. Ну смотри, там где ты ее нажимаешь, ну вот ты вот, такой-то мауч или опера, там ты по мане просыхаешь, и ты не можешь ее нажать. А там где ты не просыхаешь по мане, ну типа, ну тебе и нажимать ее не надо. В этом проблема кнопки. Да, когда есть там, допустим, какие-то там перефазы, где я могу почилить, я ее, конечно, юзу. А если где, блядь, надо практически нон-стопом, да я того рот ебал. Ты понимаешь, вот, есть же на этом, на малче, на том же момент, когда, допустим, ДКшник держит, да, нет, и прожимает незыбку, там можно стопудово прожать клятву. Прям стопудово, незыбка, клятва сразу. Нажать. Нет, знаешь? Знаешь, на малче бывает, это просто так срезает танка, что ты такой, блядь, ага, чуть-чуть помедлил и такой, блядь. Не, ну под незыбкой, ты клятву прожал, он под незыбкой, и ты просто спамишь свет. Она тебе резнет, ну, мало, конечно. Иди, но типа, поднимайтесь, год расчистить. Ну ты меньше сольешь маны, чем если ты не нажмешь. Это просто это, макрос надо сделать, типа, на мне отмену. Маной, в принципе, стало намного проще только из-за того, что я сделал рераз этот ебучий. И, кстати, его, походу, это, немножко это, понерфили, эту нашку. Че, мы куда идем, кстати? Я сегодня ходил, типа, в САХ хилил, блядь, не так уже много там на это. Зато у меня мана вообще не заканчивается, похуй вообще. Так, я не помню, сколько она... 8 косарей вроде резнуло, а, типа, щитки у меня резнули, типа, 11. Да, понятно, что это, типа, дохуя, но мне кажется, было больше. Да, у меня тоже какие-то с малой проблемы. Думаю, Инер просить начать. Парни, Инер на рогу можно. Мана нет, ноль. Не, ну мне еще шмоток как бы есть. Да, мне плащ, что еще? Груда, наруч. Типа, поздравляю поменять. Слышишь? Все бисовые наручи в тюрьме, поздравляю тебя. Ага, мы на нее так же сходим, как на Алгалону, да, я чую? Не, да, там не, мы не так сходим, мы как на оперу сходим. Ты хочешь метеорит с Алгалона? Да, там пошли сходим, там нехуй делать. Пошли сходим. Не спорю, что нехуй делать, ключа ни у кого нет. Мы собирали. У меня есть ключи, у меня все есть. У тебя на десятку есть ключ? Не, это... Это, знаешь, это примерно вот как там на том же самом рестере, блядь. Я хочу сходить твином, допустим, куда-нибудь в статик, но меня же не берут. Что я делаю правильно? Я хожу с пугами, а то вопрос. Я, сука, один, и хуй я пойду, блядь. Глю, а ты хочешь этим, может, когда-нибудь элемом, типа, сходить? У меня да, есть ключ, можем после рейда сходить. Там дело. Да, я молча бы убить сегодня. Я бы хотел хрпало попробовать. Не, понимаешь, блин, шоколад. У меня получается такая херня, что у меня ОДшки, ой, не ОДшки, а именно ЕПшка, она напали, просто, блядь, не тратится. А, про 25-ку. Ну да, напали, просто, нет. Она просто напали, не тратится, потому что. А вот 5000, блин. А у вас как? Мейн спеки, Не, у нас все.
просто любую типа шмотку, которая тебе понравится. Не-не-не, успехи, да. Вначале майнспеки, потом успехи. Я думал, ты про майнперса и офперса. Бля, а сколько раз была такая хуйня, что даже если я хочу на успех, хуй там. Так, подожди, а как у меня есть майнспек просто. Слышишь? Да, ты можешь поменять майнспек, блин. А как одеться? Так, в смысле? Так, не, ты про то, что ты можешь сделать ровно майнспек другой. Ходить на хапале, а майнспек будет ретрик, типа, по ролу. Ты читал в гильдии? Ой, это где нужно платить ЕБшку, да? 3500 так много, блин, у тебя 25 тысяч. Это мои 25 тысяч. А клю, я не знаю. Вот и сиди с ними. Но он 25 тысяч, он 25 тысяч накопил, чтобы 70 рублей плач залутать. Ну, что думаешь? Что в ЦЛК сходить? Глю, я на самом деле не знаю, что будет. Если выпадет с 25-ки, я просто сразу ставлю ва-банк, идите нахуй. Блин, ты мне отдаешь, согласен, а я тебе голды скину. Как тебе предложение? Отойди, я сейчас убью тебя. Не, Глю, если ты схож на Регорна и карту за голду все купишь, я могу голды, с которыми мы поднялись, или борды скинуть. Понимаешь, как бы на самом деле, хорошо, эта карта дает, если не ошибаюсь, что она, хосту или интеллект? 150 хосты дают вроде. Блять, ну, понимаешь, она как бы мне нахер толком, реально, вот эта хоста, она мне нахер не нужна. Там прожимка СПД, и ты вот эту хосту, ты поменяешь сокетами, которые у тебя хосту на интеллект. У меня будет хорошая прожимка, это когда, сука, выйдет ебаный Т-10. И там прожимка будет... У тебя же есть сокеты на хосту? Не, но потом карту выбьет, типа... Я вроде смотрю, но там один только. Каждые три часа там на регорнату собирают. Чтобы вы понимали, Холи Пал это просто интеллект. Там никакие хоста, никакая нахуй не нужна. Нет. Хоста можно фул хосту забиться, когда ты уже собрал чисто биз шмот, тогда. Блять, он не мизит, носит эту нахуй на рекордный и все. Там нет, там просто уже получается у тебя хрена, и это вот как было на этом. Да ты соки ты на хосту меняешь на интеллект и берешь карту, ну блять. Я не знаю, в чем проблема. Ну, блин, вот это 150 карт, 150 хосты, понимаешь? А у меня есть ПВП-шная тринка, которая, в принципе, даст столько же хосты. Ну, там прожимка нормальная. Очень хорошая, я бы сказал. Часто. И она часто может сжать. И, типа, вообще заебись. Короче, чтобы вы понимали, 600 хосты хулипалом захиливал МК-25 Ануба. Так, блин, какой, ну, блядь, мы про Кару. Блядь, не, ну в каре я дальше. Соглашусь, нужен косарь хотя бы. 900 косарь. Так вот и все, причем тут 600. Ну, вообще. Получается, косарь плюс под прожимкой с перчатками, ну, косарь 340. Да, нормально. А больше нахрен. Говорят, типа, забивайтесь, типа, в фул хосту, блять, ну это бред. Это путаете с X2, когда были усилки, которые можно херачить чисто на интеллект. Когда там, блин, я не знаю, там... Кто теперь защищает фул хосту звезд? Карту, блядь, возьми и все. Блядь, не знаю, в чем проблема. Проблема в том, что это... Сейчас просто даже по статам, типа... В чем проблема? Сера, проблема в том, что ты нихуя не слышишь, и он говорит, что она ему нахуй не нужна. Понял? Блин. Так что ты жалуешься на СОУ? Потому что на Алгалона мы не идем. Типа, блин, понимаешь, мне в априори нужна тринка не на хосту, а чисто на интеллект. Это либо идет этот, как его, пиздюк, гном 25-ка, либо, соответственно, уже алгалон 10-ка. То есть мне чисто только интеллект, в принципе, и нужен, потому что я, сука, тупой. Я хилю вас только ЛКМ, ЛКМ и ЛКМ. Все, у меня больше это, блядь, весь мой интерфейс игры. Так нет, ты пойми, что ты, если ты берешь тринику на хосту, то ты меняешь сокеты на хосту на интеллект. Блять, я сейчас джирса даже, сука, поставлю, я сейчас вот зайду. Сейчас, есть у меня, допустим, где это, ебаный. У него сокеты сейчас... на интеллект, блядь, что ты ему объясняешь? У него я нашел 3 сокета на хосту, ну, типа... Вот, ты вот мне скажи, ну вот он поменяет, посмотри на статуэтку. Подумай, ну, в чем статуэтка смысл? Это 102 нет. Стата, а карта это 150 статов. Как по мне, это больше. Кстати. И еще прожимка лучше.
Смотри, я линканул вот это молниеносное чародейство, его можно апнуть, там как раз тоже получается 150 хосты где-то что-то там. У меня апнута есть с собой. Не, они, сколько? Блять, с собой нет. Ну, в целом, да. Там не 150, там 120 хосты. Да нет, я там больше можно делать. Иди похиль. А я, блядь, не хиль туда походу. Там вроде в банке стоял. Что-то хуйня. Мне краснодарский пишет: привет, все же в силе. Да, напиши, что сейчас. Минут 20 будем. Может 30. Так давайте его на это, на. Может он еще на кого-нибудь. Я у него спрашивал, типа, на танка там на хилате ничего не надо. Он говорит, типа, ну сначала ты. Ну, голды немного. Я бы сказал, что сейчас надо лучше, блять, быстрее пройти. А что вы хотите продать? Кольцо. Кольцо. На ретрика? Угу. Силовое. Да на самом деле я бы, может, другой что-нибудь запихнул. Вот, видишь, смотри, как раз линканули как раз триню, плюс 129 в хосте. Слушай, вот эти разница в, блядь, в очко вот это в 21, оно на самом деле не чувствуется вообще. Но у тебя прожилка... Ты прожжёшь. Говоришь, что разница в статах не чувствуется. Так нахуй тебе тогда другая триня, у тебя тут 102 интеллекта. Не, я это понял к чему, просто там прожимка, две трини прожимаешь, у тебя два косаря из ПД, типа. Ну, вот, уходите. Можешь себе две хилить. Трини нельзя нажать. В смысле? Там же между ними когда будет, не? Угу. А чё между ними? А все долбятся, тотемы там может убрать. Там. Сейчас, блин, сдох либо. Где этот танк? Господи, что произошло? Это все еще все плохо? Еще карта есть, это крафтовая, 90 НТ и прок на 300 НТ. Ну прок НТ это... Да не, я не видел, чтобы я сильно носил. Я вроде я видел... Зачем прок НТ? Это же глупая хрена. Вначале... Не, вначале это носили. Ну, вначале, блядь, мы вроде в каре ХМ. Этим оба не используются? И чё в каре ХМ? Убьём эти попы. Сейчас это... с этой... как его, с ювелирки 300 НТ, понимаешь, это большой пул интеллекта, под этот прок нажимается клятва и резается инты столько, что ты, блядь, клятва не жмется на боссах, на которых нужна мана, опять тебе повторяю, ты на Молчезаре не нажмешь клятву, ты на опере не нажмешь клятву, на Молчезаре легко можно нажать клятву, когда когда незыбку отдает ДК и танчит босса. Когда незыбку дает ДК, он нахилит остальных людей меньше, не надо от этого. Слышишь, Глю, а сколько... Ты на фулл столб будет поднимать. Okay. Если у человека 2% хп, ты его на фулл столб можешь не поднять, хуливай там, под клятвой. Да под незыбкой там заебись, блядь. Что говоришь? А сколько под незыбкой, блядь, ты... У тебя 10 человек не под незыбкой, блядь, по 40%, блядь. Говорю, сколько у тебя СПД сейчас? Так, сейчас, на данный момент, 3200. Ну вот, нормально. А прожать можно на 2К. Блять. Тут прожать. Лишняя кнопка. Бесполезная просто ради прожимки терять, блин, инту нет. Че, мы мобов этих разъебем, да? Вон тех. Да, разъебем. Все, заебали, хватит об этим говорить просто. Короче, Глю отказался от карты, Глю отказался. Я бы себя разъебал. Убийца. Убийца мобов. Что там, мне кажется... Давайте, кара, оп, фас по токенам. Поехали. А сколько сейчас токены с кары, кстати, стоят? Да, бля. Не, я не буду покупать баллы. Может быть, все-таки кровочерви это сильно? Что, ты про опера? Вчера он был без кровочервей. Кровочерви? Его сносило. Потому что до этого, типа, его не сносило. Ну, не так сильно. А почему у тебя воли мертвых два? Ты чего?
Вол, Волин, где... 2. Нельзя, Волин, 2. Хорошо, где он потерял один талант? Господи. Господи. Похуй. И хладную броню бери тоже, блядь, 3 из 3, потому что это топовый талант. Как понятно, зачем? Он. Ты понимаешь? Ты знаешь, что уклонение от нее не прокает руник, а 4-4 тебе. Нахуй тебе руник. Он по КД просто тыкается, когда руны есть. Да я забыл, что 4-4 раньше. Ну. Я привык раньше. Это топовый талант. Вообще залупа. Ебать. Макро. Все хуйня, переделывай. Танчу 10 лет, блядь. Я знаю, что говорю. По танчу оперу. Блять. По танчу. ДКшника пододел. Мы же нигде танка так сильно не ебет. На молча мастер собирается нормально. А Макрос еще вытащите. Без мастерства затанчу Молчезара. Но у меня на мишке есть хардкап. Лапку бафни. Столик, ебани хаку. Вот мне всегда было интересно, вот нахуя вот эту вообще хуйню придумали. Вот кованая духами кераса. Латы, блядь, МП-5, сука. Не, это уже не... Хисерый трейд, дай. Никак, их не Близзарды, типа, с их... Сапроты раздаю, дайте трейды, кому надо сапроты. Это скидусовская рисовка. Много сапротов даю прям. Кто раздает? Хисера. Ебать, чё по 5? Потому что сапротов много у нас. Хорош. Бабки есть. Бабки не проблема, да? Не, проблема. А теперь, если еще так пару раз байеров вводить, можно и фласки обычные тоже раздавать. Да и сейчас уже можно. 40, сколько у меня? 50. 40 тысяч, они на самом деле быстро закончатся. Не, на самом деле, если есть кто-то, там, грубо говоря, травник, там, условно, да, те же самые сапроты, блядь, я могу на совет, ой, на это, на людей. У меня мастер эликсиров. Ну, вот, у меня там такая же. Че, разъебывай? Ну, у меня фулбок, я, бля, я написал релод, чтобы метки поставить, у меня супер релод, 30 секунд. Что это? Раз, два, 30. А до сих пор в ебаном релоде. Ну, у меня сейчас нормально. Чел, просто нажми Alt F4, зайди в игру заново. Все, всяко проще. Если тебя так много грузит. Reload. Нет. Да, так, еще... это, как обычно, всех боссов в зеленый танчик, кроме Пойзена. Первый Аркан. Хорошо, кстати. Напоминаю. Сюда. Отходись. Там, пули. А кто первый аркан, что ли? Халява. А ты... ТБМ-пул, блядь, не хочешь дать? Я забыл. Нихуя. Гер? Ты бы еще, конечно, на White Fury сапрот был выпил. Хорошо, да, да. Сейчас бану. Руны 4. У нас кто вообще здесь есть? Люди, да! Руны. По боссу. Ой, блядь, чё было? Нормально, блядь. Пресс. Руны. Еще одни. Ты же должен успеть, не? Потом. Тебя, блядь, долго что-то. Эх, не успеваем. Они не пропадут сейчас? Один сейчас был. Уйди. Лайтнинг оступил. Там лови. Лайтнинг. Раньше наберите. В сфере готовьтесь, ебать. Поточки на сферу бы. Сфера. Шоколад забей.
Сбиня. Следующий. Я собью. Так, сейчас есть у кого-то еще, да? Да. Нет, после этой. Не, после нет. А. Подобьем сейчас. Ну как сейчас? Долг еще без. Собью. Убивай. Убивайте. Здесь вас не шотник, нахуй. В меня два разряда подряд, да? Понял, в воде. Центр. У нас все это на воне, а вот здесь. Охуй. Ну что? Легендарная акция цида? Легендарный вайп на бойзане. Я не знаю, насколько вы можете меня... О, я перегрузку на босса кинул, он на 3% больше дэмэджа получает. Правда, и наносит на 1%. Ладно. По-моему, в этот раз получилось получше, потому что Глю хилил своих, а я хилил своих. Это моё... Блять, я думал, ты просто скажешь, что... Какие же вы уёбки. Просто обычно, я не знаю... Как-то ты Чоколати Хаку обычно ронял? Миков там пытался похилить в этот раз. Хосты дохуя было, сейчас заебись. Я уже кожу жал, у меня ГКД пошло, блядь, из удара. Интересно, эта хуйня стакается? Какая? Ну вот то, что я повесил под зарядку. 3% дамеджа больше получил. Не знаю. Да, стакается. Я тебе еще милость еще кидаю. Благодарю вообще, пиздец. Типа эску по КД даю. Как же тебя облизывают? Если бы еще пета твари не уронили. Какой поэт? Слушай, я, кстати, не знаю, у меня вуду почему-то не отображается типа. Поставить надо. Да, реслинг дисплей должен его просто. Первой целью. Это, кстати, на этом. Я на королях сидел, поэтому диспейл. Диспейла накручивал. Понял. Там никто. Есть что? Никто, типа, пэтов не диспейлил, кроме меня. Я чисто соло сидел. Да, тут, пока не дохлые, все равно были. Да, они нет, пока их... Они были дохлые только тогда, когда всем по два стака кидается. Это вообще какое-то безумие. Там это про декурсит супер тяжело. Знаю, у меня каждый раз он падал. Я жму декурсы по людям, как бы. Я старался. Там кольцо. Ого. Да, блядь, а я кольцо взял, я помучил. Яд! Куда? Больно? Что-то душит. Это Сингсонг, это... Кому в третий или четвертый посох? А, ну, Арислину может дать, если ему надо. Посох? Ну, посох эти. Плечники. А, посох я Хукуа придал. Арислон тоже? Арислон. Так, очередной посох на его преста. Где тут Арислон? Тут два паладина, я путаюсь. Слушай, а где херню найти, чтобы питомца вывести? Вуду открываешь, последнюю кнопочку добавить новую панель жмешь. Потом жмешь плюсик. Давайте, ребят. В новой панели. Там жмешь этот особый. Снизу питомца. Ок. Вы мне лучше скажите, нахуя мы вообще в Дискорде сидим? Почему у нас 8? Ну, Арислин, ладно. Арислин предупредил, и он в тильте. Так, ну все, питомца я вывел. Ага. А мы его вывел? Зачем?
Ну, бывает. На самом деле можем скипнуть. Типа, ну, огнями не будем умирать. Да, у меня нет СС. Куда ты его делал? Кидал на Войтфуре. А вот, ну, наверное, у вас его. Так он есть, на Войтфуре. Ну давайте быстрее, типа, блядь. Че, пробегаем? Вот скипнем, пизду. Давай скипнем, реально. Побежали. Может там бомжей, уже, наверное, поздно. Уху. Просто не бейте мобов. Блять! Или лицо разбили. Или блам. Главное мне добежать, блять. Это правда, главное тебе. И этому. И друидику. И еще плюс один. Ну, шаман может еще. Че дальше? Да, да. Мы же сильные. А мы типа скипаем и так вообще на генявочек, да? Ладно. Ой, вот хурил. А что дальше? У нас шаман, да, еще есть? Зачем ты камень юзнул? Ты не вставай. Бля, ну какую-то хуйню делаем сейчас, вот я реально. Надо на лестнице падать. Чуковат, чтоб добежал. Ты. Там были еще диван, может кинуть. Еще блин диван, может кинуть. А, уже? Ты у диван можешь кидать тут в синга на лестнице? Или в кого-нибудь? Ну ладно, нормально, у нас, блядь. А где мы диван кинули? Кого? Я сейчас. Ты ж далеко. Я просто похлопаю. У нас зареслинги в дискорде. Так, искра. Ну так, рислинги в дискорде, ну ёбаный в рот, ну... А, я сейчас, может, попробую мелдом скинуть. Писать там. Мелд, кстати, это... Ну пробуй, все равно что там скинешь-то? Он типа маленьких мобов скинет, больших нет. Блять. Он даже мелдит, типа. Что вы нахуй делаете? Пизду. Че, пойдемте нормально чистить? А могу стать, наверное, сейчас крестом, типа, просто. А, смысл? Ты далеко, он на лестнице, блять, а ты нет. Ну, Арислин да. Решил дать диван там. Знал же. Вот они прилетят. Мы же в основном там давали. Тебе на бокс диван сменять и бежать за нами. И сдохнуть, просто и крестом встать. Я не видел, что тебе диван дали, я бы сразу сказал. И Мэтт, сейчас бы уже почистили два пэка. Не может, тебя ресел чистили. Нет. Урион. Ой. Ладно, молчу. Было бы смешно, если бы он зашел в этот момент, а я говорю, его ником, он бы нахуй либо... Сука. Пошли. Слышь, ты токсик. Хейтер просто. Хейтер деда. Я хейтер скипов. Карьер. Пехот. Да вообще фри скип просто. Ну, диван. Что сказать. А дед не догадался скинуть диван и побежать за нами. Все, деда кикаем получается. Дед ВБ. Реслина кикаем, Орион кикаем. И меня кикните. Яшу позовем, нормально. Яш тут, блядь, после топора он это еще один. Инвиз нажмет и съебется. Ему тут ни одной шмотки не надо будет. А мне еще нужно колечко и печенье. А потом съебешься, да? Нет, да. Да. Я просто печеньку буду 10-м снова лутать, не бойся. Я сейчас только последнему тайпченько или вахуй, как жить? Как хаку. Чуть на роз скачать. Учись хаку, блять. У меня все равно больше печенек, чем хаку, наверное. Хотя ни одна не лута тут.
Блять. Хаку, а почему у тебя в перчатках все три сокета, господа? Понял. Блять, озеренная красава, блять. Не я это спулил, блять, другой. Ты спулил, ну нет, ты, блядь. Ты там шел, чел, блять. Я стоял на месте, а не шел. Тут прыгать надо, чел! Я встал на место, он не пулился, кто-то пробежал, и он побежал на меня, потому что начал хилить. Ты запулил. Ты сам сказал, кто-то пробежал, я начал хилить. Ты говоришь, я встал, начал хилить, и он спулился. Понял, значит, ты виноват. Он будет потом пройти через. Извините, пожалуйста. Я уже этот клип. Чел не поменял там ли случайно? Окей, на 12. Это кто? Это Глю был. Ты доебался до меня с нихуя. Я если сделал какую-то хуйню, я признаю это. А. Извинись. Нет. Если я полностью уверен, что я не делал хуйни, то я буду об этом заявлять, блядь. Я ему ничего не сказал. А ты пытаешься мне доказать то, что хуйню сделал. Да нет, я тебе доказывал. Ты хуйню сделал, но. Ты реально сделал, кстати, хуёво. Тебе просто повезло чуть больше, чем Глю. Я просто хотел захилить слякоть, который чуть не сдох. Блин, даже если он сделал хуйню, это РЛ, ты чё? Мне похуй. Хоть он, блядь, президент Российской Федерации. Так в нашем статике он осуждаю. Президент. Если он пидор, я ему скажу, что он пидор. Осуждаю. А что, ты это на Твиче стримишь, что ли? Твич-контора. Ой. Это все забанят меня, сейчас меня два зрителя смотрят. Вот сейчас кинут. Тебя забанят, а меня в тюрьму посадят. Unlook. Давайте не спулим этого моба. Пожи, давай, пожи, убьем пожи. Этого моба. Чао, пожи, чао, пожи. Чао, чао. Ох, чамп. Видите? Опа. О! Блять! А чё, она сквозь стену нельзя ходить с ней? Пиздец. Сквозь Мухинару можно с ней пройти. Ты же понимаешь, что этот моб не скипнулся? Тут надо технологии какие-то поскипы. Арислин пошел там что-то. Та самая знака в 10 рок. 10 рок? Тут лазит скипы. Алло, у коровы два рога. Сапы, кого сапнешь? Кто здесь гуманоид? Признавайтесь, блядь. Я гуманоид. Тут? Блядь, Вир Клинков, 100 энергии. Стан, дайте ромбику, стан ромбику. Ты ебало, завали нахуй, я не ошибаюсь. Я не хочу дамажить. Надо, не надо указывать на мои ошибки. Я не хочу дамажить этих мобов. Как же надеюсь, что если не ваншотит. Стой, энергии кнопка. Стан. Скинь агро, блять, агро скинь. Дамажим. Я тебя вот к таким людям причисляю. Вот ко всем ДКшникам, с которыми я когда-либо рейдил в 25-ке. Которые рот свой открывают, скинь агро, блять. Их ненавижу, нахуй. Я душой презираю. Они же о тебе заботятся. Они же обо мне заботятся, они мне только мешают, нахуй. У меня чё, блядь, глаз нету, нахуй? Это оскорбление в мою сторону. И... Не бывает так. Первому я кому сказал, это был Фрост Няша. Чё он тебе сказал? Мне... Ну... очередная попытка убить в хэме босса одного. Ануба? Да нет. Какого ануба, блядь? Того самого непроходимого в хэме босса. Там непроходимый есть. Бульдуари 25. Ага. Зовут генерал Везакс. У меня до срыва, чтобы вы понимали, еще 30%, блядь. Что охуеть как много, если учитывать, что это почти середина пула была. Мне чел ЛДК говорит: лок, скинь агро, и спамит, скинь агро, блядь, ты сейчас сорвешь. Я говорю, ты че, я не сорву сейчас, у меня еще 30%. Он говорит, скинь агро! Блядь, чел, иди нахуй, я там чуть не сдох из-за него. Почти не успел отойти. Летящих хуйни. Босс в хэйме не был побежден. Как постфактум. Постфактум.
Жалко его. Как только активируется хэм-мод, первая стрела, прилетающая от босса, минус пол рейда. Первый трай копыта? Нет. Жалуй. Кто-то груз сорвал, пиздец. Чё мы делаем? Скинь груз, скинь груз. Да? Ладно, чё. Слог, скинь груз. И ты можешь ему написать? Слог. А раскол КД сколько там? 3 минуты, по-моему, или сколько, или 5? 3. Ебать, долго. На раз хватает. Одного раскола достаточно, чтобы быть почти топ-1 ДПС в этих, как они на нубе называются, вот эти мобики маленькие вылазят, которые дебаф навешивают. И при этом не плутать ни одного стака. Но это только для умных людей. На самом деле, если вот просто стоим долбим босса, если как бы мне приходится раскол нажимать, то получается танк урод. Или не ДК. Или Феникс Макс игрой. Когда говоришь слово урод, я вспоминаю фильм Майор Пейн, блядь. Когда этот челик к нему обращается, лысый, он такой, что урод? Опять же, никто этот фильм, наверное, не смотрел. Ебать, как можно не смотреть Майора Пейна, блядь? Так же, как и все 285 миллионов фильмов, которые ты называешь. Мы это, ну шкива. А вот это поколение, блядь, не смотрели Майора Пейна, блядь, зато посмотрели аниме, блядь. Лично я уже на 200-й серии, Блич. Аниме, тикток, блядь, и всякая хуйня. Цикловичный жом зато, блядь. Да, и гильдия с цикловичный жом, блядь. У нас в этой гильдии вообще-то был 262 недавно. Как не подсолнух выжил. Блёж, пиздёж. Твоё округление тут не работает. 259. Следующее название будет подсолнуховый жмых, блядь. Получше, чем цикловичный жом. Нет. Цикловичный жом — это великолепно. Это гениально. Ты еще, наверное, не знаешь такое слово прощелыга? Не знаю. Я и жом не знал, что такое. Рыжий прощелыга или что? Прощелыга — это мелкий плут, мошенник, пройдоха. А говорят, что игры заставляют людей деградировать. Вот вон, но, блядь, новые слова люди узнают. Ну, блядь, с умными людьми в рейды ходят просто. Я не в рейде это услышал. Ладно. Да, благодаря играм в школе топ-1 по инглишу был. Ну там стало плохо. Хорош. Я и без игр, блядь, топ-1 был, а когда игры, блядь, начались, то вообще пиздец. Топ. Не знаю, челово, ходишь, типа, единственный учитель, который до меня доебывался иногда, это, типа, по-английскому. Вот, но потом, когда я начал пиздец задротить, я просто ни одну домашку не делал, а на инглише приходил, просто читал, там переводил всю хуйню, это вообще фришная была. В итоге я за сколько лет нихуя вообще не делал ни разу. Только по инглишу, что ли? Что? А ты мог... А по остальным предметам похуй просто было. Ты мог... Вот, да. Мог на английском языке, когда училка говорит по-русски, перевести на английский и сказать... Чего еще раз? С русского на английский мог переводить? Понятно. А какая разница? Большая, блядь. Ну, ты обычно на уроках английского переводишь с английского на русский, а ты пробуй наоборот. Нет, наоборот. Лол, блядь. Мы с английского на русский, блядь, никогда не переводили, у нас всегда фул на английском. Ну было. Да, конечно.
Не, ну типа, это было у меня, начиная класса, наверное, с пятого. Вот смотри, я тебе пример приведу. Вот учительница тебе сказала выучить времена года. И, ну, допустим, называет тебе... Это в каком классе? Я тебе просто пример привожу, чтобы ты понял. January, допустим, говорит, и ты такой говоришь, ну, январь, блядь, садись пять там, блядь. А если наоборот, обоих, тебе говорить русские времена года, а ты должен сказать на английском, как они звучат. Да, у нас... Так, в смысле, так то же самое я сказал, подожди. Не, не то же самое, нет, блядь, ну, многие не могут. Подожди, послушай, что ты сейчас сказал. Ты говоришь, вот если, допустим, ну чисто теоретически, тебя вызывают к доске, и учитель английского тебя спрашивает, допустим, вот, ну вот, времена года, вот, она говорит такая, весна, а ты ей переводишь. И потом ты говоришь, а типа представьте, типа, вы только, она тебе на русском говорит, а ты на английский должен перевести. Ну. Вот ты сейчас то же самое сказал. Так понимаешь, что многие люди не могут так. Они учили... В смысле? Они учили дома, блядь, с английского на русский. Sorry, я учился в школе, у которой специализация на иностранных языках. У нас, блядь, если ты не можешь перевести с русского на английский, то ты долбоёб. Ну, это круто. У нас, значит, наоборот. Училка типа, хорошая была у нас. У нас все задания, которые были, это как раз таки были с этого... Пригласи к этого чего. Не, вот смотри, может, если ты не понял, ты сказал, что типа училка тебе говорит с английского на русский, вот выходишь, переводишь, а потом ты говоришь, что... А кто представь, если бы она тебе говорила на русском, а ты на английском бы начал кто говорить. Кто фука на босса хочет? И то, по-моему, то же самое. Я говорю о том, что не все ученики могли такое делать. Кстати, реально хорош. Путались. Ну все, я пошел босса пулить, чтобы сдохли, ха-ха, лось. Колося. Там чел написал, что-то идти надо. Вот. Да, блядь, дай пати. Дайте портал, я не хочу камень. Чел ББ. ББ урод. Да дай пати! ББ урод. Нахуй. Так, или вниз пати, дай мне пати. Зачем? Надо, нет, делай этого. Ну чел, ну... Да куда тебе надо? Ну просто тут 5 секунд подождать, знаешь, что? Я сейчас босса нахуй спулю. 10. Чел, нас... Выйди из инста, мы слякать не можем сумонить. Да не бегите вы никуда, блядь, сейчас его выкинет нахуй с рейда, он возле входа будет стоять. Все, успокойтесь, куда вы бежите? На букву П, понял? Идара, а кто вам рыбу поставит? А вот Арсений, наверное. А у меня есть рыба, блядь, нате. Да, блин. Ел говна, блядь, все есть. Смотри, тоже рыба есть. На. Идиот, блядь. Я не нахаваю даже ее, блядь. И нахуй ты меня на рыбу забайтил, дурачок. Да не, Реслин, ты, наверное, там надо будешь этот давать. О, а я баф рыбы получил. Надо, Реслин, да куда ты, не надо! На пол, да. Ебаный в рот. Да мне нужен. Успокойтесь, пожалуйста! Если вы не будете бить босса, пока он идет, то он дойдет благополучно, там без напола можно. Просто не бейте АФК. Блин, я хочу дать череду в шамана, я могу это сделать? Он умрет. Резня! Так, короче, Краснодарске. Вот видишь луну? Да забей, каждый раз... просто диван даст кому-нибудь и все. Че? Пусть кому-нибудь диван даст, я, допустим, мне. Я его сниму и все. Резня, желательно этот... Ну, а, он. Ладно, он вышел. Да он вышел. Ну, он просто ну, не в Дискорде. Он не впадал, не докопался. Бля! А это пофиг. Да в смысле? Объясни это, что делать ему. Короче. Стоишь вот в этой метке. Там будут зеленые лучи. Если зеленый луч на тебе, ты жмешь бабл. Если я говорю, жмешь лайн защиты, этот боб, на Озерона. Рист. Если на тебе нет зеленого луча, просто идешь босса бить. В остальное время просто бегаешь за всеми. Ну, босса бьешь там, под лицом только не стой. Все. Там босса. Если на тебе зеленый луч, то это разливается бабл. Луч, типа. Там бабл нажмёшь. Бабл жмёт и все. А, бабл. Второй раз может просто умереть. Может быть, ну, второй раз без него можно будет пройти дальше. Че? Зря он, конечно, отошел, но говорю. Да тут я тут. Подожди, мазбафы есть. Я рыбу не понял.
Ну, с меткой, а это чья метка? Какая? Желтая. Ну, в хорошем туда бы, наверное, лучше. Уревший бы туда встал. На всех сместить, типа, на один. Да. Ну, Урев что-то не хочет. Пофиг. Просто кто-нибудь туда встанет. Там он уже пошел. Че, иди пыли. Вот Фьюри в меточку только встань. Угу. В желтую. Звезда в начале. Да, блять, не паникуйте, ёбаный свет. Я осматриваю чатик. Вот этот приговор, блять. Жми бабу. Все, не можете босса идти. ПС. Походу, я заруинил. Что там? Там можно падать. А чё ты нажал? Там, зуб есть. Я не надел, не выстрел, когда я изменял. Да нормально будет. Чё у тебя ещё есть? Там нахуй только разумка и... Да я зубы дам сейчас. Я даю зубы. Если что, каплю можно нажать еще. ХП плюс 5 секунд стоит. Символ на крови, видимо, должен стоять. Нет. Обязательно символ. Ну, то он два дыхания, если в конце коста держит. Да, нет, дыхание, но не... Все, разбежались. Паладин за нами просто беги. За вас у нас людей, так сказать. Кровь не выдерживает еще дыхание. Ну, если... не бей босса, а в кастой. Если его лимертых на 3 вкачать, там нормально. Нет, блять. Я и танчил до босса. Все, завалите ебальник все, нахуй. Он не знает и говорит. Да ты нахуй говоришь, ну похуй, скажи, ты не прав, завали ебало. Ну нахуй вот этот пиздеж весь нужен нам. Блин, давай тогда сейчас по делу бью босса. Все, босса бить. Первый. Нам нечего говорить на гневе, блять, в эту фразу. Дай попиздеть. Ты мне мешаешь кнопки жать. Я вообще-то хилю вас. Я дамажу. Так что дамаж. Давай, как доля, да? Давайте все, в девятером мусор. Сейчас, когда мы скажем, в свою метку возвращаешься. В луну. Да. Если у тебя прокает луч, то в себя боб жмешь. И дальше идешь бить босса. Там, разбираюсь, по меткам. Если не прокает, просто идешь бить босса. Так, подниму. Ворота пока. Тём, боб в себя давай. Иди, босс, мид. Зубы 35. Я только на 4 или на 5 дам. На 5, скорее всего. Нет, найти на следующий будет. Найти не будет. Ну, я ему каплю дал. Сейчас дам зубы. Давай. Ну, если что, этим бомжиш есть, надеюсь. Уже все. Не, ну на следующий. Да, зубы нет качества. На следующий не будет. На 35 раз. Надеюсь, я не сломаю сам себе лицо. Парочкой крипов подряд. На паладине можешь бить, но только аккуратно. Тут возвратка типа. Тройная буря, скорее всего, положит ее. ПС. Ну, можете. Пам-парам. Воды падать, говорил.
Это дезинформация получается. Так, сейчас, ну пометка надо будет. Всё, пометкам. Так, по один нет, да, ничего? Бабу 35. Если в тебя луч, беги, короче, ну, типа, знаешь, там лужа будет разливаться. Разли лужу, прыгнул вперед. И вот так можно делать. Ну, здесь просто так три подряд. Я не прокнул. В эту хурю уходи. Через луч. Блю, есть бок? Да, есть. Сейчас я подбегу, Даш. Давай. Ой, бог. Сейчас будет. Похилите? Да. Зуб не будет. Ну, капля есть. Скажите просто ему, когда. Не-не-не. Нормально. Ну, вот добиваем. Ну, да, раз, не слабо бы. Не повезло. Надо кому-то. Скорее всего, всех с этого идет. Ну, арислину пингану пойти. Так, короче, если на половину, что-то из этих двух айтемов надо, за 5000 дадим. Это мусор. Надо что-то? Танковским будет. Хорош. Кинь покопать эту слину. Подожди. Пинку бомбили или что? Нет. Все, короче. Потом когда-нибудь там напишешь мне, когда я в игре буду. Ну, там договоримся и скажу, когда следующий будет. Следующий, скорее всего, в субботу будет. Все, давай. А еще этот камень в Казахстане. Что-то на кольцо пойдет. Прикольно он ходит. Ну, а чё ещё? Реально. Тапки погибли. Не, так я, ну, я про то же. Тапки, наверное, пока не надо. Тапки нет, пока погибли, давайте. Там надо, да, конечно. Стабильнее убивать лучше. Мне тапки, дроп. Гибель не нужны. Плечо и щит. Ты же вроде анхолика, там они 260 и две дырки, не? Мне нужны сануба 25-ки, там на мастерку. Да, это правда. Рослин уже есть. Ну, можно тогда еще этап продать, да? Да надо рыбы кому-то. Не-не, заебись. Это тогда фубаф. Я зелену. Фубаф пошли. Так, да. Так, я тут ставлю от этого, от огня, да? Угу. Плюс 5к. Да, еще нормально. Да, кстати, давай сюда. Я буду складировать. У меня как раз, типа, я не могу ошибиться с голдой, у меня вся голда это ваша. Че, получается за него это 50 косарей, да? У меня сейчас 60к на статик. Так, прилично. Все, давайте. 60к как раз, ладно. Давай, не надеюсь, что... Как раз карта. На самом деле должно быть чуть больше, наверное, ну, бывает. Там баночка моя лишняя. Глю, у меня 56 голды сейчас, как бы... Готов. Все, я понял. Так что бомж это я. Дайте денег-то. Пошел завод зарабатывать. Что, охуели? Дедушке всего лишь 156 голды. За что вы так?
Дедушка, а тебе сколько лет? Дедушка 27 лет. 27? Так мне 30-ка, блядь. 27 кое-что. Так, все, давайте тихо припоточки послушать. Получается, я новый дед. Припоты выпили. Припоты выпили. А старого куда делать? Нахуй. Да что? Да, может ты? ПС. Я шучу. Кого? Еще. Урион отсутствует. Серый, блядь. Я отойду. Яра. Поняли, Яра. Фоточки. 10 секунд КД, кстати. Ты поносишь, да? Да. Хисера-синий. Хаку-ури. Сляка-хисера. Хаку-бачфир. Хисера-арисвин. Синг-глю. Ури-шоколад. Вот фьюри синг. Арислина зерона. Вот фьюри. Глю. Глю еще раз. Нормально все. Не кидайте. Ури. Пока сыву не надо. Шоколад. Азерона. Еще раз азерона. Нормально все. Сляк. Все, блядь, что убили? Да они даже не шотают, типа, забей. Там, ну, босс на фул достаточно держать. Так, еще на пул, да, на 5 секунд. Дамажит немного. А, блядь, да. Разморозь. Вот фьюри, разморозь. ПС есть. Даже ПС твой не падает. Потому что я его поставил так, чтобы он не падал еще нигде. На зиме, потому что его, бля, хилят. На зиме упадет, не бойтесь. Я ему бог, бля. Чековать разморозить. Разморозить надо. Плохо будет. Здесь. Станет где-то. После зимы тогда станет, да, там по приколу. Чтоб не получилось. Арислин, отойди. Бабл Арислин. Он не слышал бы себя. Нормально, почему я плохой? Или тупой, я не знаю. БР Вазерона быстрее. Не думал, что мне так больно пробьет. Кик коста. Глю заморозится. Тогда надо быстрее разморозить. Размораживайте сразу. Блять. Давай каст нормальный, чел. Алло! Косты дашь? Ёбище. Там аркан остался. Забить. О, огненный каст, пожалуйста. Прикольно. А, венец, повезло. Вообще заебись. Ох, угли уже разморозились. Не шевелитесь. Да вы чё рофлите? Нет. Давай подойти к чоколаду, кстати. Похил Синга. Урион меня... Он сможет двух разморозить? Он меня разморозит. Кик. Калаш сейчас разморозится сам. Ури. Ну, Ури, не бойся. Ну, нормально. Не ранит, не ранит. Блять. Вот через разморозится. Блять, вот это грустно. 13. Геру сдадим. Да, Геру. Ну, а Геру. Геру, дед. Да, я даже не... А, не кастуй, да, как раз таки вот хорошо, потому что надо в эфире стана выйдет, потом Геру дашь.
А носите косты. Вот сидите тогда. А, все, косты. 7 секунд. Где? Брюсинг. Здесь, я прослушал что-то. Не надо. Давать? Анонси. Не надо пока. Да почему? Арсину Риона. Да давай. Блю. Давай, Гер, давай, блядь. Давай, Гер, давай, Гер. Зерона 2. На супсе. Еще раз Зерона 2. Я подзываю. Блю Риона. Вот Фьюрис Якость. Какой шанс? Азерона, Азерона. Вот Фьюри. Слякоть. Вот Фьюри. Шоколад. Блю. Вот Фьюри. Пошел, все, все. Нормально. И серо. Всех что есть. Шоколад у тебя лично. Бич. ПС, если есть. На фамильярного. Чековат, ты мораешься. Бич. Арисин размор. Блять. Куда, браза? Нет. Браза. Это моего решил убить. Америки без этой хуйни. Можем отходить, если поебало будет лететь. Будешь сити там добивать нас. Для Эридара, конечно, пиздец удобно. Моментально блинк. Так, этот, Зенку, Зенку. Хорош. Огч. Пета, не трожь, блядь. Он умер. Еще меня летит. Он лик умер. Отдал. Не, я лик тайминг отдал, нормально похилился. ГЦ войт фури. Ооо, спасибо. Ладно, мы просто промолчим. Ну это молчание в честь лута. Обильная помойка, блядь. Наконец-то мой Мишка 26-й сменит. А чё не Саня, чё Мишка? Там какой Саня? Не знаю ни какого Саня. Ааа, сильно. А тебе шея не нужна? Такие зоски. Шея? Хуй знает. Но Мишка нет. Ну закидывай шею, похуй. Я уже сингу дал. Я думал, это полный мусор. Сейчас кристалл бездны тратить. Я типа что-то по CLK готовишь, да? Он у меня готов уже, у меня все может оттанчить. 5к голд, как байер. Я, видишь, я бы еще кота сделал, но это 4-й спек, у меня в сумке и так 3 спека лежит. Задонать на 4-й. Задонать на 4-й. Да, я понимаю, что это... Это просто собирать еще долго, блядь. На кота у меня шмотки 2 может лежит. А может и нихуя не лежит. Т4 тот же надо. Ну на кота она сочная, вот эта шея. Крит, РП, пиздец просто, бомба. Скиль Даноса лучше. Ну понятно, но я ее не делал. Вагон получается, под пивас? Да, 4 спек не отдел, блин. Ну все, пиздец. У меня 3 спека одетых. Жалко, что я делаю. У меня тоже 3 спека одетых. Давай еще персов посчитаем, блядь. У меня 5 персов. Меня давай, больше. У меня 10 на x2 и тут 7. Давай, пускай. У меня еще Фенриер и Волин. Печка еще. Поел? Покушал. Там есть еще дед, чтобы это недопонимание не было, это шутка была. Маршрутки? Про то, что нахуй, типа деда. Так, ставь рыбу. Блин, вы че сдохли? Да я бездарь. Да, типа, я не знаю, у меня было 100% хп, ну вот реально именно 100, вот на момент, и мне стрела минус 90, типа, дала. Ну, я тебе сказал зубы прожать. Я знаю, что я, таки, стрела обычно, ну, процент 80 снимает, я после этого сразу бы захилился. Я к тому, что, ну... Заряженная стрела, блядь, была, я же не просто так сказал. Вот...